Thank you Андрея Жаповалова. Сегодня я хотел поговорить насчет очень одной интересной темы, и это будет не проповедь, это будет больше учение. Я хочу, чтобы вы сегодня предельно внимательно меня слушали, потому что эта тема нужна без исключения всем христианам, которые в войне с врагом и в войне со своей плотью. Это будет одна из тем, которая э, на моем сердце лежала очень долго, и Господь мне иногда открывает и дает частями. И поэтому я возвращаюсь сейчас в тему ⁇ победа и война ⁇ И тему я назвал сегодня ⁇ победить и удержать ⁇ Вы слышите меня, дорогие? Я хочу сегодня поговорить с вами о том, что значит настоящая победа. Я хочу сегодня открыть вам... Чтобы, знаете, дьявол не имел места, дьявол настолько утвердился у многих в жизнях, что мы с вами забыли, что мы победители, сконцентрируясь на какой-то сфере в нашей жизни, которая еще не побеждена. Дьявол перечеркивает всю нашу жизнь, все наши подвиги, весь наш успех и все наше благословение одним неправильным поступком. Дьявол держит христианство во лжи. И сегодня мы будем разрушать еще одну ложь дьявола. И я верю, что сегодня каждый из вас что-то получит в свой дух. По крайней мере, те, кто были утром, очень серьезно взяли в свой дух некоторые вещи. Поэтому, дорогие мои, приготовьтесь, и мы с вами сейчас пойдем в эту тему. Вы знаете, я был очень удивлен, наблюдая за боксерами, насколько сильно и конкретно они готовятся к своим соревнованиям. Я был удивлен, когда я видел врачей, которые готовятся, потому что у них операция через неделю с каким-то пациентом, серьезная операция. Я был, я, я был удивлен, насколько люди уходят от всего, отключаются, чтобы то, куда они идут, было успешным. Чтобы то, что они делают, было успешным. Я знаю, среди нас есть спортсмены. Я сам люблю заниматься спортом. И вы знаете, я знаю, здесь есть очень серьезные люди насчет подхода к некоторым вещам. Если ты что-то берешь, ты к этому готовишься, ты вкладываешь все туда, чтобы был успех. И я, дорогие мои, начал удивляться второй вещи. Потом начал наблюдать за христианами. И вы знаете... Я был удивлен тем, что христианство вообще ни к чему не готовится. Вы слышите меня? Они вообще ни к чему не готовятся. А когда приходит очередной удар в твою жизнь, ты просто склеиваешься, ты просто падаешь, ты просто обрушивается все в твоей жизни, и мы еще удивляемся, о Боже, что это со мной произошло? И вы знаете, я удивляюсь, мы с вами висим на Божьей благодати, потому что так, как живет сегодня церковь, я вообще даже удивляюсь, что мы с вами существуем. Вы слышите? С уровнем нашей подготовки христианской. То есть мы воюем, когда не надо, и мы расслабляемся, когда как раз нужно напрячь все свои силы, все свою мощь и все, что нужно напрячь в своей жизни и идти в битву, мы расслабляемся. И потом, когда приходит очередной удар в нашу жизнь, мы теряем. И я начал задавать Богу вопросы, почему христианство в поражении. И вы знаете, о чем я говорю, я просто честный. Вы слышите меня? У нас у всех в жизни твердыни. Что это? Сегодня я хочу вам объяснить, что это такое твердыни, как с этими твердынями бороться, почему они в нашей жизни, что это такое, ведь Иисус же все закончил, почему эти вещи в нашей жизни. И вы знаете, дорогие, я просто удивляюсь с нашего неподготовленного христианства. Хочешь ты того или нет, слушайте меня внимательно. Каждый из вас находится на периферии, мы находимся на войне, на поле сражения. Никто из вас не находится в тылу, даже если ты зажмурил глаза и как страус голову спрятал в песок. И никуда вы с поля битвы не уйдете. Никуда ты не денешься, и то, что твоя голова в песке, не поможет твоей победе. И поэтому сегодня я хочу конкретно и качественно разложить, попытаться, я верю, я тему не закончу, я это знаю, и Бог даст, я вернусь в нее еще, когда Он мне позволит. И я хочу, чтобы сегодня вы слушали меня очень внимательно, потому что эти вещи нужны исключительно всем, мне, каждому христианину, который движется. В, в боге и пытается стать победителем и я был удивлен дорогие как легко дьявол справляется с церковью вы знаете я просто удивляюсь когда ему что-то нужно отнять он идет и отнимает вы знаете и никто с ним никто не, не забирает и вы знаете две тысячи лет назад и сейчас прошло время, дьявол высосал из церкви все дары, все помазание, всю силу, весь огонь, все помазание, жажду, все, что только можно взять. И потом он все, когда забрал, он назвал это христианством. Алло, церковь, услышите меня? Он это назвал христианством. И когда Бог возвращает в церковь красоту, когда Бог возвращает в церковь таланты, мы говорим от бога брат что ты над бога тебя обокрали тебя обобрали тебе налгали что это христианство и теперь не дай бог христианство должно овладеть этим миром иначе кто мы написано царство небесное как закваска слышишь попавшая в тесто. И скажите мне, что закваска делает с тестом? Да коли все не вскиснет, никто не сбежит. Никто. И ты взбухнешь скоро. Взбухнешь меня? О, -о, О, мы до тебя доберемся. И не доберетесь. Подожди, пяток литок Доберемся, взбухнешь. Мы только начинаем. Дорогие мои, Царство Небесное призвано Богом изменить. Аминь. Нет ничего больше, чем церковь со властью Иисуса Христа. Нет. Все остальное это подделка. Почему они действуют во власти? Церковь еще не поднималась. Ты слышишь меня? Почему они властвуют? Почему они хозяйщики? Почему они делают эти, эти вещи? Потому что церковь еще не вставала. Все, что ты видишь, это церковь. Это не церковь. Алло, куку. -ку. Это шутка. Дьявола. И мы с вами находимся в то время, когда Бог возрождает. Вот почему обо мне сразу складывается время, такой, знаете, имидж, э, мы тебя ненавидим. А потом, слушай, мы без тебя жить не можем. Лучше так будет, чем наоборот. Мы тебя любим потом. Пойдите. Последнее, У, оно лучше первого. И вы знаете, наблюдая за христианами, наблюдая за дьяволом, наблюдая за церковью, мы сдаем наши позиции легко. Вы знаете, войдя в историю, я очень сильно люблю историю. Войдя в историю, прочитав э, книги Божьих генералов, вы знаете, сколько пробуждений возникало на этой земле. Вы знаете, что э, в штате Вашингтон в некоторых местах были огромнейшие пробуждения, которые были в истории человечества. Вы это знаете, вообще? Некоторые знают. Где они сейчас? Где? О, ха -ха, что ты имеешь в виду? Дорогие мои, слушайте сюда, завоевать это одно, amen? а вот удержать отвоеванное и передать в следующее поколение, о, эта война вообще другая. Здесь ты положишь жизнь свою. Потому что, дорогие мои, христианство думает, что отвоевать, отвоевал, а удержать. Удержать позиции. Кто будет? Кто будет стоять до конца? вопреки всем пророчествам, сдохните, 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 не сдохнем. Слушайте, кто? О, ну мы же верующие, наша хата с краю. Мы идем туда, где хорошо. Только в городе становится плохо, мы текаем. Туда, где хорошо. И как только там становится плохо, мы опять текаем в другой город, где лучше. Мы просто настолько сильны, что при первых тисках, когда нас зажимает, мы сразу быстренько, хоп, и нас уже нету. Моргнул, все. И Господь уже что-то новенькое сказал. Уходим, народ мой. О, oh, Потом поговорил, задав многим вопросы. Я заметил, что церковь по истории очень быстро умеет получать. Книги прочитал, фильмы посмотрел. Про генералов кассеты послушал. Я видел, как группы людей берут из духовного мира величайшие вещи. Проходит время, и этого больше нет. Я, слушайте сюда, не хочу кратковременного пробуждения. Вы слышите меня? Некоторые говорят, вспыхло, потухло, вспыхло, потухло. Расслабься, скоро загорится. Мы прогреваем движок. Amen? Нам не надо кратковременное пробуждение. Если Бог что-то хочет делать, это будет идти в следующее поколение, как минимум. Amen? Иначе какому Богу мы служим? Дьявол свою гадость из поколения в поколение передает качественно. Ведьмы, все эти сообщества сатанистов они переносят эти все вещи в поколения тысячелетиями. И Бог даже в Библии пишет, как поклонялись отцы, деды. Внуки, дети, одному и тому же бесу, Молох звали, помните? Я не хочу вдаваться в подробности, я говорю о том, что? Если дьявол это делает, я не понял, где церковь? А мы заняты своими делами, я землю на Хлориде купил. Все. Бизнесмен. От а души. Для царства Божьего где? Земля не твоя. Ты даже тело в рент снял на 70 при большей крепости 80. Оно рентованное, ты слышишь меня? Ты его сдашь, даю гарантию. Напихивай туда силикона, хоть тресни, ничего не будет. Сдашь все равно. Аллилуйя. Ой. Ой-ой-ой. Мы очень можем быстро получить некоторые вести. Да улыбнись. Все хорошо. Айма, мы свободные люди. Может, ты среди свободных не был? По Добро пожаловать. Я заметил, что <laughs> мы умеем получать. Стал в пролом, взял. Только получил. Хоп, и пролетело. Ушло. Куда? Где оно? Что получается? А получается ложь дьявола. Кто из вас поднимите руку, одерживал победу конкретно в какой-то сфере, реальную победу и свободу? Поднимите руку. Да ну поднимите. Это диалог, это не монолог. Я не по телеку. Ну, с вами хотя бы. Окей, большинство. Скажите, кто из вас удерживает и удерживал и никогда не соскакивал в этой сфере больше никогда? Поднимите руку. Угу. Картину видите? Вы видите, как цифры изменились? Объясните мне, что это? Мы честные люди, мы разговариваем, естественно, будут. Но посмотрите на проценты. Почти вся церковь одерживала победу. Нет? Одерживала победу реальную. Вот она! Я больше не хочу! А потом хлоп! И ты опять в той же помойной яме, если еще не глубже. Что это? Дорогие мои, мы должны с вами посмотреть. Мы должны вообще отойти в сторону и посмотреть на дьявола, как на генерала. Вы слышите меня? На генерала, который воюет на войне. Церковь, вы знаете, что вы в войне. Вы все в войне. Хотите вы этого или нет, ты на этой войне или победитель, или проигравший. Прямо здесь, прямо здесь сидят сейчас. Нет другой категории. Или победитель, или проигравший. Больше нет ничего. Вопрос задается, кто ты? Я вам сегодня объясню. Я хочу сегодня вас освободить от некоторых предрассудков и лжи дьявола. Вы знаете, что получается? Получается, что мы с вами... Все, что делает дьявол, он берет и концентрирует тебя на какой-то сфере, которую ты не можешь победить. Вы слышите меня? И происходят очень интересные вещи. Ты бросаешь туда все силы, все эмоции. Только ты три дня попастился. Хопа, отступило. У кого такое было? О, большинства было. Отступило. Ты не понял? Три дня поста, и этот бес ушел. Ложь! Он не ушел. Дорогие мои, мы должны с вами понять, это тактическая игра с тобой, это конкретная ведется война. Ты должен перестать думать как солдат и должен начать думать как генерал. Когда солдат на поле, он видит только отрезок, и он видит только врага, и он видит, проиграл пуля, попала, не попала. Генерал видит все. Вы слышите меня? Он видит все сферы. Перед ним карта мира. И он видит, где наши, кто захватил, где мы еще захватываем, куда нам нужно идти. Солдат ничего не видит, он в окопе лежит. Пу! Да, унесли на носилках. Брат а, раненый. Слава Богу, что не в голову. Меня? И, мы с вами пон... и мы с вами не можем понять, что это. Что это? Война. Так почему же я постоянно в ней проигрываю? И я в каком-то заколдованном круге и не могу из него выйти. Три дня поста. О, попустила, все, к алкоголю не тянет. На женщин порнография исчезла. Все, не тянет курить. Слушай, наркоть, больше не хочу. Только, только, только. И ты такой, ну, аллилуйя. И тут такой кулак прям в морду. Бам! И ты ляп. И сидишь на попе. И ты не можешь понять вообще, что со мной происходит. Я же победитель. Опять набрался сил. Четыре дня поста. Хоп, опять дьявол отошел. О, работает. Дьявол тебя будет за нос. Он врет тебе. Ты всю жизнь будешь вот так жить. Почему? Да потому что, когда ты прорвал оборону, только после этого тебе нужно бросать все силы для того, чтобы укрепить все стены. Ты слышишь? О, вы знаете, кто помнит Македонского и Наполеона? Наполеон. Такая армия. Идет. О, о, всех съели по пути. Это Македонский сид в Москве. Алло, ку-ку. Ой, извиняюсь, кто это был? Напомните мне. Кутузов! Спасибо! У меня все в голове смешалось. Сидит Кутуза в Москве и выглядывает. Идут, идут. Что делаем? Уходим. Ты сошел с ума! Он говорит, нет. Дорогие мои, слушайте меня внимательно: дьявол работает как генерал, а ты воюешь, как солдат. Вот поэтому ты всегда в морду и получаешь. Я хочу сегодня тебе дать принципы, по которым ты будешь победитель. Сегодня мне Иисус рассказал, сказал рассказать и разрешил мне рассказать мое сражение. Я вам расскажу, как я побеждаю. Вы знаете, у меня нет депрессий много лет. Ты скажешь, у тебя войны нет, у меня война еще больше. Ты всегда побеждаешь? Нет. Я вам сегодня расскажу секрет, что значит поле битвы, что значит воевать и что значит... Правильно видеть войну. И вы знаете, отходит Кутузов со своей армией, все повертели у виска, сказали, ты съехал. Москва пустая, они зашли, они в шоке. Что это? Пустая Москва. Бомжи, парочку, собаки. Пустой город. Проверили. Нет, это, это вранье. Нет, пустой. Зашли. Кутузов сидит, кушает свои сухари, и в то время. Знаете, что произошло? Произошла самая зверская шутка. Вы, вы знаете, что есть маневры, которые враг не может видеть. Дьявол нас кидает. Вы слышите все? Он нас всех кидает. Вот поэтому ты, христианин, пораженный. Потому ты всегда сконцентрирован не на успехе, а ты всегда идешь следующего удара в лицо. Я тебе сегодня объясню, что это ложь дьявола. Ты победитель. Я тебе объясню. И только они начали гулять. Женщины, водка, гулянка, Москва свободная, вино, пей хоть залейся. Прошло длительное время. Потом Кутузов говорит, все, французы себя убили. И когда они зашли назад в Москву, от французской армии Ничего не осталось, кроме алкоголиков, бродяг. И когда Наполеон вышел из Москвы, он сказал, соберите армию. Когда собралась эта кучка людей, он понял, что у него больше армии нет. Они а не все трупы. Почему? Потому что там настоящий главнокомандующий, который предвидел это. У нас та же самая вещь. Ты заходишь без боя. Три дня поста, только помолился. Возложили руку, все не могу. Слушай, как только ты зашел, как только ты зашел в город, ты думаешь, дьявол тебе этот город отдаст? О, вы думаете, три дня поста, и вы сможете двигаться никогда в жизни. Этот бесяра жил в этом городе годами. Эту сферу демоны занимали поколениями. Вы слышите меня? Поколениями церковь. И смотрите, что происходит. Бабушка, мама, дочка, внучка. И теперь внучка говорит, не будет этого в моей жизни. Хоп и нету. Что это? Тактика дьявола. Не надо гулять в это время. Вы слышите меня? Вы знаете, я благодарен Богу, что когда я был в моей духовной коме, я был присажен не только на видеофильмы, еще на стратегические игры. Я любил играть Age of Empires. Кто знает такую игру? Hallelujah. Классная игра, кстати, я ничего не говорю. Просто нельзя, чтобы перебор был. Везде должен быть баланс, понимаете? Но у меня баланса не было. Я заходил в войны сутками. Я не сижу, направляю войско. Воюю, строю стены камни кидальные машины вау замки некоторые знают о чем я говорю ой oh, yeah. я не любил просто тратить время я любил так лучше если уже чтобы глаза вылазили чтобы когда играешь чтобы хоть толк какой-то был не просто там Марио прыгает У -у 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 -у. война У мне и там война была и вы знаете я благодарен Богу что Он меня именно там и обучил принципам войны и самое интересное кто играл в эту игру, вы понимаете, когда ты прорываешься в город, это очень быстро. Amen? А теперь на тебя срывается весь ад в этом городе, который ты захватил. И что получается? Если ты не готов, тебя съедают. И знаете, какая у меня тактика была? Я пускаю маленькую армию с маленькими стенобитными машинами. Я пускаю некоторые моменты. И когда пробивается армия, она начинает захватывать. И я отвлекаю внимание, они рассыпаются. И в этот момент за моей спиной стоит армия в 10 раз больше, которая заходит и уничтожает весь город, когда все солдаты рассыпаны и занят каждый другими. Вы слышите меня? И мне Бог говорит, именно это должно быть в жизни христианина, когда ты пробил стену, и когда ты уже три дня не куришь. О, победитель! В это время не надо закатывать гулянку и говорить, а, я и свидетельствовать не надо. Подожди. Бог тебя еще не освободил. Потому что на этой территории еще какого угодно и ранга бесы водятся. Ты слышишь? И когда ты только сказал, я победил и моргнул, все бесы тебе засунули пачки блоками сигареты в рот. И ты сидишь. Что это? проиграл, не выдержав. И что делает дьявол? Я хочу сегодня вас научить, дорогие мои. Сегодня будет не пробовать, сегодня учение. Я хочу, чтобы ты выследил тактику дьявола. Когда я отвоевываю какую-то сферу, это говорит о том, что если я три дня это не делаю, это значит, я должен удвоить молитву, удвоить пост и удвоить войну и духовную брань. Ты слышишь? Почему мы сдаемся? Мы неправильно воюем. Мы врываемся в стены, закатываем пари на неделю, и потом дьявол нас так имеет, что ты потом долго через эти стены ходить уже не хочешь. В следующий раз, слушай, я уже бросать не собираюсь. Почему? Потому что знаю, что скоро сигарета не только во рту будет. Чего вы, че вы смеетесь? Чего вы тимеетесь? Я ничего не говорю. Что это? Это тактика дьявола. Ты слышишь меня? Это тактика дьявола отвлечь тебя, сдать тебе город быстро, расслабить, сделать тебя слабеньким, щупленьким. Дорогие мои, пока придет победа в твою жизнь, ни один сорокадневный пост еще пройдет. Ты слышишь меня? Ты думаешь, тебе дьявол эти стены отдаст? Ты думаешь, когда ты ворвался на эту территорию, которую он контролировал поколениями, он просто убежит, поджав хвост? О, нет, ты заблуждаешься. У тебя там будет война. Все равно, что ты в ад спустишься, и все демоны и бесы на тебя сорвутся. Поэтому, дорогие мои, когда я прорываю стены в своих сферах, следующая моя армия в два раза сильнее, а за ней стоит еще сильнее. До чего? До полной победы. И кто играл в эту игру? Ты должен вырвать самого последнего рабочего и убить его. А иначе, знаете, там целая, целая там, жизнь. А иначе ты не победил. Этот рабочий, знаете, что делал? Шел, строил замок. Те, кто играл в стратегические, вы знаете, о чем я говорю. Строил разные там, знаете, здания, где там оруженосцы выходят оттуда. И опять. Ты только гнал, опять на тебя армия прет. И такая, что ты не видел, где они взялись. Ты не всех убил. Ты не за всеми. Ты, не, ты, ты, ты расслабился нашим языком. Ты расслабился, ты, ты не напряжен. Нет, я воюю, пока выдавлю всю гадость из моей жизни. Ты слышишь? Ты расслабился, жди удар. И удар будет еще сильнее, чем до этого. Ты слышишь меня? Я не шучу. Я знаю, о чем я говорю. Я про себя рассказываю, а не про тебя рассказываю. Я рассказываю про себя. Я так, у меня эти вещи есть в жизни. Я учусь, я вам рассказываю то, что мне Бог открыл, и то, почему я постоянно хожу в победе. О, Иисус! И мы с вами смотрим, что это? Это коварная ложь дьявола. Знаете, что он этим делает? Ты два дня поста поражения, три дня, четыре дня, через два года ты сдаешься. О, христиане, давайте будем честными. Ты эту сферу закрываешь. О, это самое опасное. Когда ты эту сферу закрываешь, и ты говоришь, я ее не хочу трогать. О, дорогие мои, будьте очень осторожны. Потому что есть сферы, в которые тебе нужно продолжать воевать. Тебе нужно продолжать воевать. Но есть сферы, о которых я скажу тебе. Тебе в них нельзя соваться. О, дорогие мои, когда мне Бог это открыл, Он освободил меня от всякого предрассудка. Есть сферы в твоей жизни, которые влияют на твое уничтожение, но есть вещи, на которых дьявол тебя сосредотачивает, и ты постоянно в них проигрываешь. Знаешь, почему ты в них проигрываешь? Потому что ты неправильно воюешь. Скажите мне, можно ли захватить Капитолию, если перед этим ты не захватил близлежащие города? Скажи мне невозможно. Ты не можешь. Тебе нужно, знаешь, как воевать? Шаг за шаг, деревня за деревней, город за городом. Я вам покажу это все с Библии. Дьявол делает что? Он сосредотачивает тебя на вот той вещи, и ты всю жизнь пытаешься ее взять. И дьявол постоянно делает тебя проигравшим. Потому что это не то, что ты ее не возьмешь, а тебе нельзя ее брать сейчас, ты не готов к ней. Ты еще не готов взять эту сферу. Ты еще не можешь. Почему? Потому что там они сильнее, чем ты. Бог не может тебе отдать еще эту маленькую сферу, потому что ты еще не готов. Когда ты ее завоюешь, ты ее не отстоишь. Вы слышите меня? И дьявол этой ложью делает, знаете что? Он делает твердыни в твоей жизни. Ты должен сказать так, я до этого доберусь в свое время, и Бог на моей стороне, и никогда не было такого, что Иисус чего-то не доделал. Я отдан Ему полностью, безоговорочно, навсегда. Это значит, что если есть в моей жизни вещи, например, как у Павла, ангел сатаны поставлен, чтобы меня уничтожить, касаться, чтобы меня уничтожать, чтобы мне делать больно, чтобы причинять мне зло. Я трижды просил, а Бог сказал, ты мне такой нравишься, подбитый. Почему? Гордость не подходит. Есть вещи, которые нам нужно понять. Бог их оставляет до времени. Я объясню сейчас. Что дьявол делает? Он устанавливает твердыню в твоей голове. И знаете, что он делает в твоем разуме? Он говорит тебе, что ты не можешь этого победить. Знаете как? Твоим постоянным проигрышем, год за годом, год за годом, эта сфера не может взяться тобой и складывается в тебе такое мнение в нас, в христианстве, что эти сферы, поверьте, у каждого свои болячки это взять нельзя. Некоторые не могут за своим языком следить, некоторые не могут врать, бросить, некоторые не могут э, красть. Постоянно что-то у них в кармане не то. И некоторые не могут перестать смотреть то, двигаться туда, делать то. Вы понимаете? И дьявол складывает впечатление, что эта сфера непобедимая. И ты натыкаешься, натыкаешься, и натыкаешься. И знаешь, что ты делаешь? Ты разочаровываешься. И христианство разочаровано в Боге. И я даже, я ненавижу эти проповеди, которые во лжи. И кажется так, что проповедник, стоящий за кафедрой, уже святой, и у него нет проблем. Это ложь. Вы слышите меня? У всех есть сферы, в которых мы воюем. Просто некоторые воюют как солдаты. А я вас сегодня хочу научить воевать как генерал. Вы слышите меня? Что он делает? Ты солдат, ты не видишь ничего. Он тебе говорит, вот эта сфера. И ты всю жизнь стреляешь, бежишь, тебя расстреливают, увозят. Опять исцелился, восстановился, опять бежишь, стреляешь, расстреливают, увозят. И так много лет. Что это? Это ложь дьявола. Он лжет тебе, он пытается создать твердыню. Но когда Бог мне сказал, отойди в сторону, сынок, я отошел. И он говорит, посмотри все со стороны. И я был удивлен, церковь, насколько все по-другому смотрится со стороны генерала. Вы знаете, что генералы не воюют с шашками и с автоматами. Подождите, меня. генерал находится в бункере, и у него находится на связи вся армия. Он видит, где сейчас идет поражение, где идет захват. Он видит, куда бросить войска. И вы знаете, когда мне Бог сказал, перестань воевать с дьяволом как солдат, ты всегда проиграешь. Вы что-то для себя получаете или так? О, дорогие, то, что я вам сейчас говорю, это должно вашу жизнь сейчас укрепить. Ты должен будешь выйти отсюда, и ты уже будешь дышать свободнее, видеть лучше. Ты с Богом общаться начнешь абсолютно по-другому. Знаете, что самое страшное? Твой разрыв с Богом. Вот это страшное. Ты думаешь, грех, в который ты впал, или ты ошибку в своей жизни допустил, ты думаешь, это Бога разлучить с тобой, это тебя разлучить с Богом, но не Бога с тобой. Адам спрятался, потому что увидел, что без трусов. Вы слышите меня? Ой. Адам, ты где? Та вот тоже. Господь, надо вот какой-то андервер. Хе -хе. Окей. Сделал там кожу. Вы думаете, новые русские с кожи первые были? Адам и Ева в коже были первые. Ладно, двигаемся дальше. Смотрите, и мы с вами не можем понять, что это. Ты неправильно ведешь войну. Ты должен видеть поле битвы. Ты должен увидеть со стороны. Ты должен увидеть свою жизнь со стороны и видеть, где дьявол вносит поражение, где происходят на твоей жизни атаки. О, дорогие мои, нам кажется, что, вы знаете, встречаясь с младенцами-христианами, им кажется, что все должно быть захвачено сразу, и победа должна быть во всех сферах. Вы слышите меня? Вы знаете, что это полнейшая ложь? А, ага. Из Библии докажу. Почему? Объясните, тогда этого нет ни у кого на этой земле. Победы сразу. Хопа! И все победил. Ты не способен будешь контролировать все побежденные сферы. Вы слышите меня? Знаешь, почему Бог не дает тебе то? Потому что ты не взял это. О, меня кто-то понимает, или я как инопланетянин опять присеблился, и, и опять через пять лет только меня поймут. До некоторых только мои темы пятилетней давности доходить начинают. О, у, вот это откровение. Расслабься. Откровения уже другие. И мы с вами понимаем, какой дьявол лжец. Все, что он делает, концентрирует тебя на маленькой сфере, в которую тебе нельзя сейчас брать, потому что ты не готов в нее войти ты возгордишься, и тебя уничтожит. Вы слышите меня? И некоторые сферы в моей жизни, как будучи христианином, Бог мне позволил взять только через 10 лет. Вы слышите меня? Почему? Да потому что... Я когда доходил до сферы, я сначала взял это, я завязал свой язык, научился молиться и поститься, полностью укрепился в моем хождении с Богом, и потом, когда я попал и победил эту сферу, я только тогда понял, так вот почему ты мне не дал ее сейчас. И я бы ее в жизни не удержал. Я не умею поститься, я не умею молиться, я не умею отстаивать. Во мне еще всякого рода заблуждения демонические, религиозные. Во мне всякий мусор в голове. Бог вычистил, и Он дает тебе завоевывать твою территорию шаг за шагом. Вы слышите меня? Никогда, ни у кого, нигде, если вы найдете этого человека, приведите его ко мне, и я хочу увидеть его, который подойдет мне и скажет, нет проблем никаких, никогда. А у нас почему-то этот имидж в голове по жизни у христиан. Мы с вами почему-то стремимся к какому-то совершенству. Совершенство достигается другим путем, не таким, как ты думаешь. Нам кажется, о, я не победил, я проигравший. Я вам сейчас скажу некоторые вещи. Я хочу, чтобы вы меня очень внимательно слушали. И так как это учение, я хочу, чтобы вы некоторые моменты даже записали для себя. Вы знаете, что дьявола не волнует твоя победа? Вы слышите меня? Абсолютно. И волнует одна вещь. Можешь ли ты ее удержать? Удержал ты победитель. Вы знаете, Бог меня отвел в сторону, и вы знаете, я благодарен Богу за некоторые фильмы, которые я смотрел о войне, о тактике, о стратегии. Я благодарю за историю даже нашего поколения войны. Я благодарю Бога за многие вещи, которые даже в мне попадали в жизнь. Потому что это научило меня видеть. Мы с вами не находимся на базаре. Если бы мы с вами были на базаре, тактика другая была. Amen? Мы с вами находимся на войне. Раз ты и я, все мы находимся на конкретной жестокой войне. Значит, мы должны подходить к войне как главнокомандующие. Иман. Бог мне сказал, почему дьявол справляется с вами легко? Потому что ты ведешь войну как солдат. Тебе нужно отсоединиться от войны как генерал. Генерал отсоединен от войны. Вы слышите меня? О, я сейчас откровение говорю. Если ты сейчас с кем-то болтаешь или текст месседж пишешь, ты пролетел. Отсоединиться от войны. Это значит сесть в бункер закрыться и увидеть свою жизнь. Вы слышите меня? Знаете, что мне Бог сказал сделать? Вы будете удивлены. Смотрите, Бог мне сказал, чтобы никогда не разочаровываться по поводу всяких вещей. Вы знаете, я уже давным-давно не разочаровываюсь ни насчет чего вообще. Приходит какое-то поражение, какие-то вещи. Я вообще даже не смотрю и не концентрируюсь на этом никогда, церковь. Потому что я вижу. Как генерал на поле. Вы слышите меня? Некоторые говорят, у вас все, тут вот сейчас вот, -вот рассыпется, о, тут поражение. Ты видишь только как солдат одну маленькую сверху тебе позвонила Баба Надя и сказала: ой-ой-ой. А Баба Надя видит о. Алло, церковь, я понимаю. Но я вижу все из моей точки зрения. Мы победители. Ой, <плес> oh yeah. я знаю, о чем я говорю. Ты видишь маленькую церковь, маленькую ячейку в городе Сиетле? Ты вообще когда-нибудь смотрел глобально, что Бог делает? Алло. О, картина другая, церковь, картина вообще другая, совершенно. Почему? Мы постоянно в заблуждениях. Мы не видим как генералы. Мы судим все как солдаты. Солдат, кроме своего автомата, и своего маленького окопа, и палаточки, ничего не видит. И, в его, и у него война. В его войне он проиграл. Потому что у него один отрезок и одна полоса. Когда ты отходишь в сторону, ты видишь все. То же самое с твоей жизнью. Знаете, что мне Бог сказал? Вы сейчас будете удивлены. Я никогда не думал, что мне Бог ответит именно этим методом методом войны и именно методом главнокомандующего. Смотрите, вы должны понять одно, что ваша жизнь ⁇ это огромная страна, ваша жизнь, которую вам нужно завоевать. Вы слышите меня? Жизнь ⁇ это страна. Думай как воин, думай как генерал, главнокомандующий. Это страна, которую мне нужно взять. Теперь каждая сфера в моей жизни ⁇ это города в этой стране. Слушайте сюда, страну всю нельзя захватить одним махом. Ни одного главнокомандующего этого не было, даже в истории. Страна захватывалась город за городом. Amen? Шаг за шагом, деревня за деревней, человек за человеком, дом за домом, улица за улицей, захватывается территория. Поверьте, в конце я все дам из Библии. Мое время очень серьезно истекает, а я только вошел во вкус. И смотрите, дорогие мои, Бог мне сказал... Вы вообще знаете, что такое одержимость? Одержимость — это тот город, который ты больше не контролируешь. Вы слышите меня? Город, который ты над ним потерял контроль. Ты больше не можешь его контролировать. Очень, очень, очень опасно. Вам нужно всегда держать врага в напряге. Никакой территории не сдаваться. Даже если ты эту территорию не взял, держи врага в напряге. Вы слышите меня? О, дорогие мои, никогда нельзя отступить и сказать, ну что ж, никогда. Слушайте сюда. Бог мне сказал: сделать карту своей жизни. Я говорю: Господь, зачем? Он меня учил смотреть на мою жизнь как главнокомандующего. Нарисуйте круг и сделайте, знаете, графу. И каждая сфера, напишите, нарис, напишите сферы вашей жизни: сфера души, сфера эмоций, сексуальная сфера, сфера привлечений, притяжений, сфера. И там, если у вас есть то-то, то-то, возьмите аппликацию, вы все, все это знаете. Проверьте все сферы. И потом в процентах, в процентах поставьте над каждой сферой, насколько эта сфера в процентах взята, захвачена вами, Иисусом. Вы знаете что? Когда я эту вещь сделал, я был в шоке. Какой дьявол лжец. Моя жизнь практически вся и твоя принадлежит Иисусу. Все сферы, ты слышишь меня? Все 99,9 принадлежат Богу. И одна маленькая сфера, которая даже не доминирует, иногда меня кусает. И дьявол на этой сфере сделал твердыню и сделал тебя рабом и проигравшим. Вы можете представить, какая ложь? Каждый из вас сделайте это, вы будете в шоке. Даже если ты думаешь, что ты самый-самый, Возьми, сделай графу, и у тебя будет не 99%, а 90% побед в твоей жизни. Вы будете. И Бог мне сказал: Сдел... я сделал я такой. Ничего себе! А потом мне Бог говорит: Отсоедини себя и подчини свою совесть. Слушайте меня сейчас очень внимательно, свою совесть под влияние и власть Иисуса Христа. Вы знаете, что наша совесть, она очень серьезно поражена демонами, бесами, плотью и духом религии. И наша совесть постоянно нам говорит, огорчение, ты неправильно поступил. Совесть вообще должна заткнуться и подчиниться Христу. Вы слышите меня? Как я смотрю на войну, в меня попала стрела. И я ее вытаскиваю, прошу у Бога прощения, закладываю ее и возвращаю назад. Вы слышите меня? Ты когда-нибудь плачешь? Нет. Проигрываешь? Да. Падаешь? Да. Оступаешься? Эйма, Депрессия бывает? Никогда в жизни. Почему? Потому что я не солдат на моем поле, я генерал. Вы слышите меня? О, я хочу, но вы сейчас получаете информацию, которую вы ни в какой книге не прочитаете. Слушайте меня, церковь. Если вы этот урок пропустите, вы будете жить еще 10 лет в рабстве, в поражении, в проклятии. Ваша совесть будет сжирать вас на улице, дома, на работе, что вы не такой, ты не сякой. Скажи, совесть, заткнись во имя Иисуса, я подчиняю тебя Христу, и только то, что написано, будет законом для моей жизни. А там написано, вы все дети Всевышнего, волос с головы не упадет. Ты победитель, когда ты отдал свою жизнь Богу. И когда я отошел и посмотрел на мою жизнь, церковь, я хочу вас поднять. Я даже на тебя руки сейчас не буду возлагать и молиться. Ты из этого здания выйдешь уже свободный в своем разуме и в своем духе. Знаете, что такое ложь? Это неправильная информация. А знаете, что такое истина? Это правильная информация. И когда в твою жизнь попадает информация от Святого Духа, она разрушает ложь дьявола. Когда я писал эту тему, слушайте меня внимательно, я никогда еще не получал, я имею в виду, никогда еще не переживал, что дьявол не хотел, чтобы я эту тему написал и сказал. О, церковь, вы даже не представляете. Когда я ее писал, я прям чувствовал демона, который стоит, скалится, рычит, и он ничего не может сделать. Я это выпускаю. Поверьте, это не только будут слышать три мои потока в церкви. Это же услышат все. Все наши тарелки, спутники пролетятся, всем расскажут. Amen. И когда эту тему услышит человек, который был христианином и всю жизнь концентрировался на какой-то мелочи в своей жизни, и знаете, что мне Бог сказал? Он говорит, я буду помогать тебе побеждать. Без меня ты ничего не победишь. И что я сказал, что мне делает Иисус? Он говорит, расслабься и славь меня. Когда я падаю, я сразу встаю, прошу прощения и двигаюсь дальше. У меня есть аптечка, церковь, которая называется кровь моего Бога. <плес> <плес> Иисуса кровь совершенно. Что это значит? Я свободен и от следующих грехов. Это может понять только взрослый. Молоденец кай, так что мне грешить? Нет, я за тебя помолюсь, и дух тупости уйдет. Это говорит о том, что когда я получаю рану, я призываю кровь и исцеляюсь сразу. А дьявол делает. Ты неделю, месяц, год сидишь сконцентрированный на какой-то вещи, и Бога там вообще нет. Бог говорит: иди ко мне, сын. Я жду тебя, забудь за эту ерунду. Бог никак, Бога никогда грех не уводил от тебя. Тебя грех уводит от Бога. Так что мне делать, даже когда я падаю, никогда не уходить. Вы слышите меня? Никогда. А что мне делать, когда я ошибаюсь? Попросить прощения и двигаться дальше. Ошибусь 70 раз в день. Прошу прощения 70 раз и двигаюсь дальше. Дьявол запарится тебя кусать. Дорогие мои, сатана от меня отскочил много лет назад, потому что мне Иисус сказал это сделать, но только сейчас разрешил мне об этом поделиться. Слушайте сюда, солдат никогда не способен победить генерала, вы слышите? Но генерал генерала очень способен. И я знаете, что сделаю? И я понял так, что мой дух, знаете, почему нам дан с вами дух? Дух никогда не прикосновен для сатаны. О, если бы вы только знали, что я только что сейчас сказал. Знаете, кто я? Я духовный человек. О, если бы вы знали, что я только что сейчас сказал. Если я духовный человек, и я отхожу в сторону, и поле битвы, это еще мое тело, моя плоть, мои неправильные поступки. Бог его уже простил. Дух не может быть прощен. Он рожден от Бога и не может быть убран или поколебим или опорочен. Вы слышите меня? О, что это значит? Это значит, что ты духовное существо, и перестань быть животным. Отойди в сторону и скажи, Господь, победа придет. Какая бы пуля в меня не попала, дьявол запарился на меня стрелять, бомбы кидать, копья, мечи. Не работает. Почему? Руку назад вставил, плюнул на дьявола, дальше пошел. Бам! Ногу оторвала. О, о, Джизус. О, 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 о. Хоп, на носилки пришили, привязали. Все, идем дальше. Ты должен думать. Тебя не... Знаете, почему мы проигрываем? Мы концентрируемся на пулях. Знаете, когда мы выигрываем? Когда мы на этом не концентрируем, мы концентрируемся на захвате территории. В каждой войне кто-то погибнет. В каждой войне ты где-то оступишься, где-то что-то ранение будет. Что это за солдат без шрамов? И наше христианство, дьявол развил эту ложь непогрешимость. Полная святость после покаяния. И если в тебе что-то проявилось, значит, ты Богу не каялся. Ложь из преисподней. Смотрите. Вот почему Бог... Помните Иисуса Навина? Помните? Вы помните, когда Бог сказал ему, чтобы он пошел и завоевал всю землю? Вы знаете, что Ханаан по ту сторону Иордана весь принадлежал Израилю? Вы знаете, да? Бог сказал весь. Скажите мне, почему Бог его весь не отдал Иисусу Навину? Я вам объясню. Иисус Навин не был способен удержать всю захваченную территорию. 10, например, 10 тысяч городов, так? Армия 10 тысяч. Скажите мне, когда захвачена будет территория вся, смогут ли 10 тысяч человек контролировать 10 тысяч городов? О, ну ответьте мне, церковь. Нет! Нет и нет! Знаешь, почему Бог дал тебе 90% победы? Потому что 90 ты можешь контролировать, а все 100 ты никогда не сможешь контролировать. Почему? Потому что как только придет полная свобода, а ты не свободен от такой маленькой штучки, как гордость, и ты еще с ней даже не встречался. Некоторые говорят, у меня ее нет. Я говорю, да, ты еще не был на том уровне, где она подходит. Поэтому расслабься, спи спокойно. И эта гордость, она подойдет, и ты скажешь, как помните этот, «Не моя ли рука создала все это?» И потом смотришь, как кролик травку кушает. Уть, уть, уть. И Господь, и Господь лишил его мозгов. Помните этого царя нашего? Не моя ли мудрость создала все сие? Ты не способен контролировать весь город. Это тактика Бога. Как? А вот так. Не веришь? Не верь мне, выбрось этот диск. Продолжай жить, и в конце жизни ты придешь к тому же. Слушайте сюда. Бог позволил Ему завоевывать территорию немного понемногу. аминь. Чуть-чуть по чуть-чуть. И смотрите, что Бог ему сказал. Слушайте сюда. Второзаконие, 7 глава, с 21 стиха. Второзаконие, 7 глава, с 21 стиха. Служите сюда. Не страшись их! Ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный. Первое, что Бог тебе говорит в войне, я с тобой, что бы с тобой не было, ранили тебя, не ранили тебя. Это дьявол говорит тебе, что ты уже никто. У тебя маленькая сфера, которой ты где-то пролетел, и ты уже сорвался. Дьявол тебе лжет, ты победитель, забудь. Всегда говори, все будет достигнуто. Никуда я не денусь, и ты, дьявол твердыка не убежишь. Бог просто позволяет эти вещи, потому что Он меня тренирует, чтобы когда я захвачу эту территорию, я мог ее удержать. Amen. Слушайте сюда дальше. Бог твой изгонит перед тобою народы Сии мало по малу. Почему Господь? Я хочу все и сразу. Не выдержишь пронесет брат нельзя все сразу бог говорит шаг за шагом город за городом территория за территорией ты слышишь меня невозможно и не было никогда и я тебе и слова докажу что это тактика бога почему он это делает мы не готовы контролировать всю территорию и вы знаете когда я играл в эти игры тоже по молодости когда еще, знаете, сразу там сделал армию, пустил туда, пустил туда, пустил туда. И смотришь, там чуть-чуть победил, там чуть-чуть победил, а потом смотришь тебя, все, и всю армию уничтожили полностью. Ты не готов. Смотри. Бог твой, и будет Господь Бог твой изгонять перед тобой, я буду заканчивать, время выходит, изгонять перед тобой народы сии мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро. Вы слышите меня? Почему? Объясните мне, всемогущий Бог вода расступается. А он говорит, ты не можешь их взять. Как? А вот так. Сначала Иерихон. Потом другая. Потом третья. Четвертая. Почему? Я отрезаю город и забираю его. Каждая из ваших сфер – это отдельный город, который вы должны взять в свое время. О, дорогие мои, пожалуйста, перестаньте воевать, как солдаты, вы всегда проиграете. Ваша жизнь — это битва. О, это битва жестокая. Смотрите дальше. Не можешь ты их истребить скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Что? Но предаст их тебе Господь Бог твой и приведет их в великое смятение, так что они погибнут. Вы слышите меня, церковь? Кто ведет битву? Бог ведет битву. Скажите мне, он что-то не доделал? Он все доделал. Это мы, засоренные с нашим разумом, неправильно мы видим битву. У нас в голове ложь. Наша совесть не те вещи нам говорит. Но когда ты отходишь... Затыкаешь совесть и подчиняешь ее в послушании Христу Когда твоя совесть полностью соединяется со словом Твой дух теперь контролирует жизнь, а не твоя плоть Знаешь, почему ты страдаешь? Плоть контролирует твою жизнь Поэтому, когда стрела попадает в плоть, ты платишь о, о. Когда стрела попадает в мою плоть, ну и что? Я ей сам еще раз дам Я дух, вы слышите меня? Ты дух, ты возрожденная личность, и для нас требуются годы, чтобы это понять. И не ассоциироваться с нашим полем битвы, которая является твоя плоть и является твоя жизнь. Я не ассоциируюсь. Я просто захватываю, побеждаю. Я понимаю. Младенцы меня вообще не поймут. Скажут, вот это заблуждение первого калибра. Amen двигайся дальше. Я не для тебя говорю, я говорю для тех, которые примут это как золото, как принципы жизни. Я вам честно говорю, когда приходит истина в твою жизнь, за тебя даже молиться не надо. Ты выйдешь оттуда и скажешь, дьявол! А -а -а -а! -а! Ты слышишь меня? Скажешь, так вон он ты какой, брехло! Я тебя возьму, не возьмешь, ты упадешь, упаду, встану. Еще раз упадешь, еще раз встану, 70 раз упаду, 70 раз встану. Когда? Сегодня. Вы увидите, как этот тварь, он отступит от вас. Он говорит, его нельзя взять. Эй, меня нельзя взять. Я знаю истину. И истина меня сделала. <плодисменты> Церковь. Я есть дух, имеющий душу и живущий во плоти. Эй, В моем теле. И там еще плоть есть, которая рождена от дьявола. И вот дьявол постоянно тебя уничтожает через плоть. А когда я отхожу, я говорю, есть дух. Я говорю, я тебя убью. Я, говорю, я не, а я не умру. О, дорогие мои, как мне хочется еще вторую серию говорить. У меня уже пошел овер. Время уже закончилось. И я хочу закончить. Поэтому, когда что-то ты отвоевал в своей жизни, не спеши закатывать гулянку. Сосредоточься на полной битве. Перестань захватывать города, когда ты не отвоевал ближлежащие города. Перестань обманывать себя, что ты завоюешь то, ты завоюешь, но не сегодня. Ты должен полностью отсоединиться от плоти и жить в духе, потому что дух пораженным не может быть никогда. О, если бы вы знали, что я только что сказал. О, oh, Иисус живой, Церковь! Когда попадает истина в твою жизнь, ты просто приходишь в шок. Я вам честно скажу, я так благодарен Богу, что он мне разрешил эту тему говорить. Поверьте, Церковь, у меня есть такие темы, вы взлетите. У -у -у -у. Но вам сначала нужно эту территорию отвоевать. Вы взяли что-то для себя, дорогие?